Привет, я Николай, это канал «Таксуем на Субару». В общем, сейчас я живу в Исыке пока. Я решил попробовать раскатать Яндекс в Исыке. Что, наверное, будет очень сложно, исходя из того, что люди практически не пользуются здесь Яндексом. Все пользуются одним известным приложением, которое популярно в области. Заказывают через него, предлагают свою цену. А Яндекс в Исыке, в частности, никто не знает. Вот уже раскатали Талгар, Каскелен, ГРЭС, до Исыка дело не дошло. Здесь люди пока про Яндекс особо не знают. В общем, что я сделал? Я в Инстаграме, в Исыке тоже много знакомых, потому что я здесь вырос, попросил репостнуть мой пост о том, чтобы вызывали Яндекс, что поездки на Яндекс дешевле. Не знаю, поможет это, не поможет. В Исыке, в принципе, Яндекс машин нету. О, вот еще одна появилась, а исчезла. Вот моя единственная машина. И вот еще на дачах где-то внизу появилась машинка. Где-то хорошо. Стою я в верхней части. Заказов здесь, естественно, нету. Открыл приложение. То второе, заказов не было. Сейчас начали люди просыпаться потихоньку. Есть заказы, но стабильная цена 500 тенге здесь, короче. 500, 500, 500, 400 некоторые дают. Не знаю. Но при том, что, например, вот висит один заказ, 400 тенге, там уже ожидание 15 минут, то есть никто его не принимает. Не знаю, получится ли пассажирам объяснить, то есть идея в чем: брать по этому приложению пассажиров, рассказывать им про Яндекс, если нужно скачивать им приложение, помогать регистрироваться и так далее, чтобы они пользовались. Так. Две машинки в Исыке. Также я в Инстаграм запустил клич водителей, кто в Исыке или рядом. Несколько человек откликнулись. Вот сегодня к обеду должны тоже подтянуться, поработать, включить Яндекс. Не знаю. В общем, пытаемся раскатать Яндекс в Исыке. Вот все, что я могу сказать. Сейчас буду брать какие-то заказы. Спускаться ниже. С микрорайонов я смотрю больше заказов. Там движение получше. Здесь наверху тишина. Поэтому я сейчас буду спускаться ниже и посмотрим, что получится. Коллеги, если вы еще не определились с выбором парка или ваш парк вас чем-то не устраивает, то советую наш парк «Я партнер». В чем же преимущество парка? Во-первых, есть приложение, очень удобное, через которое вы можете выводить круглосуточно средства на свой баланс без какой-либо комиссии. Также каждую неделю в парке проходит байга, где 25 призовых мест. Первое место 60 тысяч тенге, второе 30 тысяч тенге, третье 20 тысяч тенге и дальше по убывающей. В общем, 25 призовых мест. Комиссия парка составляет всего 4%. Круглосуточная техподдержка в парке. Поэтому все круто, все супер. Присоединяйтесь, пишите мне в директ, регистрируясь через меня, вы попадаете ко мне в команду, и в команде я тоже раздаю бонус за количество выполненных поездок. Первое место 15 тысяч, второе 10, третье 5 тысяч тенге. Так что пишите мне, ссылка на Инстаграм под видео, заходите в Инстаграм, там больше лайфа, также есть ссылка на ТикТок канал, тоже заходите, смотрите. В общем, пишите, присоединяйтесь. Так, взял я первый заказ по приложению, не по Яндексу. 400 предлагали, предложил цену 500, согласились. Подъезжаю уже, узнаем сейчас, почему не Яндекс. В Исыке Яндекс не популярный, да, никто не пользуется. Яндексом? Да. Он здесь не работает. Работает уже полгода. Запустили, что ли? Уже полгода как запустили Яндекс. Блин, не знал. Вообще, да, он здесь не популярен. То, что не работал, никто и не трогался. Уже нормально здесь. Яндекс дороже идет, да? Ну, сейчас пока машин мало. В частности, вот сегодня одна моя машина только Яндекс. Поэтому подороже. Когда раскачается, будет дешевле. В Талгаре вот
Все пользуются сейчас Яндексом. Талгара дальше, да, все пользуются. А здесь никто не пользовался. Ну хотя в Талгаре вот год назад, например, тоже никто не пользовался Яндексом, заказов не было. А сейчас постоянно все ездят. У нас здесь как? Да, как у нас здесь? С города, допустим, если что-то надо заказать, через Яндекс заказывают, как курьер или как это? А так Яндексом никто не пользуется, практически. Просто еще никто не знает, наверное. Походу. Я, например, только сейчас узнал, что полгода уже так запустили. Да, весной запустили. Раньше не работало. Так, завершил я первый заказ за 500 тенге. В принципе, ехал тут, не знаю, минут 5. Вот так вот, видите, даже спустя полгода после того, как Яндекс заработал, люди даже не знают о том, что высокий Яндекс работает все-таки. Ничего, будем рассказывать, знакомить с Яндексом. Поездка, вот я проверил, за 500 тенге я увез, по Яндексу 510 тенге. Но это при условии, что одна моя машина сейчас высоки. Вторая какая-то появляется периодически, не знаю, кто-то еще катается. А так эта поездка бы стоила 350, ну 400 тенге. Здравствуйте. ГАИ, да? Высокий Яндекс не популярен, да? Рекламе, возможно. Я просто как-то раз заходила в Яндекс. Угу. Мне показалось, что он полчаса будет ехать. Ну, потому что машин сейчас мало. Сегодня я один вот в Высоке. Машин больше появится, Яндекс дешевле будет. Вот сейчас по вашим адресам 650 поездка. В принципе, то же самое. Исходя из того, что машина одна. Так где-то тенге 500. Отвез следующего пассажира, говорит, как-то заходила в Яндекс, и что-то дорого, что ли, было. Ну, естественно, дорого, потому что... А, говорил, что машина долго подается, потому что в Исыке нету машин. Кто в Исыке? Надо раскачивать эту тему. Не будем ездить далеко. На карте помимо себя вижу еще две машины Яндекса. Три машины уже в Исыке есть, а заказов нет. Будем ждать. Может, кто и закажет. Вчера, кстати, вечером заехал в Исык, вышел на линию. Приходил один заказ в город, в Шахристан. И один заказ здесь по Исыку приходил, коротыш. Но начал движение, его отменили. По комфорту был заказ, не знаю, или кто-то проверял, или что. Как же все грустненько пока в Исыке. Заказов нет ни там, ни там. Один заказ вот здесь висит в Алексеевку. И все. Печально. Наверное, когда школа будет, будет повеселее. Такие смешные цены здесь предлагают. С ДСУ в больницу 300 тенге. Предлагают 450, отклоняют. Ну что такое? 300 тенге. Кто сейчас ездит за 300 тенге? Неужто кто-то возьмет этот заказ? Нашел на карте машинку Яндекс. Стоит. Сейчас посмотрим. Салам алейкум. У тебя Яндекс включен, да, брат? Да-да. Че, тишина, нету заказов? Нет. С утра катаюсь, нету. А ты че? Да нет. Машину твою на карте увидел, думаю, подъеду, узнаю, да. Как с заказами. Да, заказ здорово. Пока как бы тишина. А все, у тебя видно, что ли? Ну, на этом, на клиентском приложении видно же. А, машину. На клиентском, да? Видать, где автомобили, ну, да? Да, вот машины стоят. Блин, братан, можно так сделать, чтобы у меня тоже показывало? Че? Клиентские, вот, машины. Ну, у тебя есть клиентское приложение? Я, нет. Новые уведомления. У меня нету. Этот что, никак не увидит. Надо скачать клиентское приложение Яндекс.Гоу. А-а-а. Вот заказ в Алмату приходил. Да, у меня тоже пока тишина. Вчера за 5700 ебанул, за где дачи. Росбак Сатпаева 90. А дальше так по договоренности отключил, так поехал. Прошлый сам раз... в Исыке живешь, да? Да. Надо Исык раскатывать, блин. Да, раскатывать. Чтобы... Как в Талгаре, чтобы было. Ну, я...
хотя бы они рейтинг пользователя, и из-за этого же работаешь. Ну хотя бы 350, ладно, как бы. Ну да. Не деньги все равно. Но все равно бонусами-то добивают, ну, нормально. Да, да, бонусы. Просто никто не пользуется, я вот двоих отвез, один вообще там не знает, что Яндекс работает и сыпит. Да, я тоже говорю, товарищи, с 12 января, ну, это вам обходится даже дешевле. Да. Иногда заказываешь 350, а нам вообще 280. Так что давай, пока пользуйся, братан. Ну, я час где-то уже катаюсь, тишина. Ну, дадут, будем надеяться, хотя бы Алексеевку. Да надо по ИСЫКу, чтобы были заказы. Да. Ну да, что поделаешь, придется раскачивать. А ты сам откуда? Да я здесь вырос в Исыке. А, ты же, да, у меня пассажиром был один из файндрайвера, да, да. А, да? Да, ну, да? Я смотрю, лицо знакомое. Да, мы в город ехали. Эти, до тебя Рыскулова доводил, да? Да. Ну вот, короче, оба включил, сижу. Надо Исык раскатать. Ладно, поеду дальше. О, ладно. Алмата, Саихат. Что, дали? Ну, на Саихат. Нормально? Не, я по ИСЫКу хочу покататься. И что, как ты отмену делаешь сейчас? Пропустить? Вот. Она же как дальняя поездка выходит. И мне дали. Она дальняя поездка, поэтому можно пропустить без потери. Ладно, давай. Давай, счастливо. Ты, который отказал, мне дали. Давай, братан. Давай, удачи. Поехал, чувак, в город. Так, ну с навигацией, конечно, пока в Исыке проблемы. Ни одно приложение не видит в микрорайонах дома, ни Тугис, ни Яндекс, ничего. Алло. Возле двухэтажки стою. На дорогу. Сейчас выйду туда. А туда вышли? Хорошо, сейчас. Хорошо, сейчас подъеду. Сказали подъехать сюда. Сами вышли туда, где я был. Что за гон? Где три валета на стороне? Там запутались, да? Вокруг, ну, я вон с той стороны подъехал. Возле двухэтажек. Вот этот садик, этот, как вот. И нет. Получается, тут с той стороны вот эту стройку начали, и тут дорогу закрыли. Вот. А по картам вообще, как он показывает, что есть здесь проезд, а тут закрыто. Прямо. Приходил сейчас заказ по Яндексу. В Алматушечку. По местности что-то никак. Заказов нет. Все-таки Яндекс такси не популярен. Что, он здесь, да, мы даже не знаем, что. Полгода уже работает. Так же через приложение? Да, через приложение. Яндекс.Го приложение называется. Обалдеть, пришел заказ в Исыке, по Исыку, с Ломоносова на пассаж. Поедем, посмотрим, что это за чудо. Пассажир! В Исыке Яндексом давно пользуюсь. Ты постоянно что-то? Есть машина? Ну так, вызываю. Это приехал я посмотреть, как тут в Исыке Яндекса заказов нету. Спрашиваю. Не нравилось дешевле, поэтому? Ну, Яндекс машин нету здесь, никто не катает. Да и многие вот пассажиры спрашивают, даже не знают, что Яндекс в Исыке работает. Хотя уже полгода больше. Не, не знаю, почему Яндекс работает. Ну, раньше не работал он здесь в Исыке. На пассаж вам, да? Да, в городе едете, пассаж. Руслан, Яндексом часто же, да, мы пользуемся? Да, да, постоянно. И что, есть машины, приезжают? А? Есть машины, приезжают? Да. С утра вот я катаюсь, вот ваш первый заказ только по Яндексу. Серьезно? Да. Да, если, знаешь, еще Яндекс же дорогой же, блядь, этот Яндекс. Ну, он дороже, потому что машин нет. Армяне же там, да. Он дороже, что ли? Да, да, да. У вас наличный или перевод? Наличный. 10 тысяч, да, у тебя целые? Нет, мелочь. Мы что должны? 380. Странно. Говорим, дорого. По 500 ездили, да? Ну что, с почином, так сказать. Первый заказ в Исыке по Яндексу. 380 тенге, 5 минут. И недорого.
И недорого ведь, господа. Ну что, надеюсь, еще будут заказы сегодня. Первый, так сказать, пошел. Не все это, конечно, сразу, не все это быстро. Не будет так, что сегодня я выехал, а завтра уже все начали заказывать Яндекс. Это, конечно, какое-то время. Но мне тоже надо зарабатывать, поэтому не смогу я сейчас ежедневно здесь в Исыке находиться. Периодически буду выезжать. Но для заработка нужно будет выезжать в Алмату. Сейчас еще начнется школа в сентябре. Думаю, там будет попроще подраскрутить, потому что все равно в школу ездят, со школы. В общем, нужно время для того, чтобы Яндекс раскачался в Исыке, так как он сейчас работает в Каскелене, в Талгарии, там, в Отеген-Батыри и в других областных городах. На больнице вам, да? Да. У вас Каспи есть? Да, конечно. Почему Яндексом не пользуетесь? Не популярен в Исыке Яндекс? Нет. Очень многие в Исыке еще ездят с руки, вот стоят на обочине, ездят с берега. В Исыке, если я не ошибаюсь, по 150 тенге проезд. Хоть я и вырос в Исыке, на самом деле, как оказывается, я Исык практически не знаю. Я Талгар лучше знаю, чем Исык, оказывается. Интересно получается. Особенно вот нижнюю часть, да? Я как-то... Улица какая-то там... Улица какая-нибудь выходит, я такой вообще... Вообще даже я понятия не имею, в каком направлении она вообще находится. Вышел заказ в приложении. С аптеки, значит, на улицу Первомайскую. Комментарий: купить упаковку пипеток, систему и 3 зажигалки. Что вы там собрались делать, черт возьми? Какой ужас. Цены высокие, конечно, космос в этом предложении предлагают. 300, 350, сегодня 250 даже видел. Кстати, тоже мало заказов. В основном все заказы с Исыка в соседние поселки или в Алмату. Такое себе занятие я сегодня себе придумал. Поработать в минуса. По Яндексу также один заказ. До сих пор. Время уже обед, час дня. Алло. Алло, вы где? Омская, Армбетова, вы где? Омская, Абая. У вас на Армбетова точка стоит. Сейчас подъеду. Стоит вон там, а точка вот тут. Я 150 тенге докинул, можете обратно довезти до сюда? Нет. А у вас 139? Да. Около Черемка магазин. Почему туда 300, а назад 150? Не знаю. Потому что внутри Исыка 150 тенге, поэтому... Ну, это если вы с дороги ловите. Да. Не с дороги поймали. А Яндекс вообще не популярен в Исыке, да? Я не попробовала Яндекс. Сюда 300. А типа, назад меня можете увезти за 150? За 150. Так что, что вы там, алматинцы, жалуетесь на низкие цены в такси? Вот оно где, куш. Тихий ужас просто. Здесь вот с Акимата до роддома. Ой, около 5 километров, наверное. Предлагают цену 300 тенге. Я предлагаю 400. Отклоняют. За 300 взял, приняли. Это вообще тихий ужас. Короче, есть какое-то заколдованное место за Акиматом. Второй раз туда приезжаю, паркуюсь, и приходит заказ по Исыку, по Яндексу. Представляете себе? Второй заказ за сегодня. Время 3 час дня. Я еду на второй заказ по Яндексу. Поездка 3,5 километра, 9 минут будет. Посмотрим, сколько выйдет. Второй заказ по Яндексу. 610 тенге, 6 минут.
Целых два заказа уже за сегодня. 610 тенге, кстати, не так много. С автостанции на школу Ралимбека. Что-то около 6 километров. Так, я взял заказ по приложению с Акимата, миграционную полицию. Я вообще понятия не имею, где в Исыке находится миграционная полиция. Я надеюсь, что там же, где и вся полиция. Я знаю только одно место, где полиция, РОВД в центре. А где у нас миграционная полиция? Я надеюсь, что пассажирка Татьяна местная, и она знает, где находится миграционная полиция. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Что-то показывает, что вы подъехали, но на улице стоим, вас нету. Мы туда, может, куда-то приехать. Ну, у вас точка на Акимате стоит, я здесь стою, вы где? На Акимате? Да. Нет, НДМАК 14, это где новая больница. Не знаю, стоит на Акимате. Вы на новой больнице стоите, получается? Нет, мы стоим возле дома, НДМАК 14. Ну, это где находится? Я возле Акимата стою. Это вот. Новая больница, напротив новой больницы три улицы новостройки. Ага. Вот средняя улица, это наша. Все, понял. Ну, ожидайте, сейчас подъеду. Ага, хорошо, спасибо. Чудеса какие-то, вообще ничего я не понял. Точка на Акимате стоит, НДМАК 14 вообще напротив больницы находится. Поехал я к ним и пришел мне заказ по Яндексу. Пришел мне заказ по Яндексу, и я его принял и отменил поездку в том приложении. Потому что, ну, адрес, по идее, написан верно, точка не там стоит, к ним еще ехать. Ну и такая редкость заказы по Яндексу, что их пропускать обидно. Я до этого, кстати, вот утром я возил пассажиров Жаманкараева на Вишневую. Увез, значит, по приложению. И потом я еду с пассажирами, и приходит заказ в обратку с Вишневой на Жаманкараева. По Яндексу приходит заказ. А я с пассажирами, я не смог его принять. Я его пропустил, в общем, с потерей активности. И это были те пассажиры, которых я вез, которым я рассказал про Яндекс. Хоть чуть-чуть, хоть какое-то движение по Яндексу. Я думал, вообще не будет ни одного заказа. Ну, хоть что-то, вот третий заказ хоть сзади. Соответственно, потихоньку все равно люди раскачаются, узнают. Заказ с того же места, где я вот тех на Вишневу увозил, может быть, возможно, это они. Решили Яндекс попробовать? Mm-hmm, да. С Вишневой тоже пробовали вызывать, да? Да, пробовали. Мне приходил ваш заказ, и с пассажирами был, не смог принять. В общем, поеду я туда, на заколдованное свое место, за Акиматом, припаркуюсь. Глядишь, еще по Яндексу заказ придет. Завершил я еще один, четвертый заказ по Яндексу за 520 тенге, 9 минут ехали. Достаточно адекватные, в принципе, цены высокие. Не знаю, почему не пользуются Яндексом. Ну, наверное, потому что, да, действительно, нету машин. Вот если зайти в клиентское предложение, сегодня я, ну, 2-3 машины вижу на карте. И все. Практически нету. Блин, что-то зарядка на камере мозги запарила и не включалась камера. Сделал я 5 заказов по Яндексу, так что-то хорошо начали они стрелять. Я ехал с пассажиром, пришел заказ, была дальняя подача, я отменил. Потом пришел следующий заказ опять сразу. Я поехал, его взял, привез. Заказ даже был по безналу. С девушкой разговорились, она говорит, ну, очень удобно, всегда пользуюсь Яндексом. Она сама жила в Алматы, сейчас переехала в Исык и пользуется Яндексом, говорит, очень удобно, и цены, в принципе, адекватные, хорошие. В общем, Яндекс — это удобно, просто люди пока об этом еще не узнали, пока еще, говорю, многие не знают даже, что Яндекс работает в Исыке. Я думал, что вечером, наверное, что-то прям разгорелось, сейчас начнут стрелять заказы, и фиг, привез вот эту девушку, и стою я здесь минут 10, наверное, тишина, заказов нету. Сейчас буду смотреть в приложении, что там в другом. В общем, о, заказ в Балек.
Да съезжу в Балек, елки-палки. 6 минут подача, правда. 14 минут поездка. Поехали. Хоть в Балек съездим, чем просто сидеть. Это рядышком тут поселок. Рядышком с Сысыком. Вниз туда, ниже больницы новой. Ну что, завершаю поездку в село Балек. 14 минут ехали. 960 тенге. Отсюда вряд ли, конечно, будет заказ. Я отсюда буду уезжать. Тут до Сысыка, в принципе, 10 минут езды. Аймена, вот заказ в этом приложении. Аймен, 10 минут до Аймена еще. Аймена в Тургень. Спасибо. Такой вот высокий дом культуры. Здесь, наверное, концерты проходят, сцена. Вон там дети качаются. Там дальше ЦОМ, энергосбыт. Вот вам небольшой экскурс по Исыку. Сижу, в общем, в приложении заказов нету, в Яндексе заказов нету, тишина. В общем, буду завершать я сегодняшний эксперимент. 6 заказов по Яндексу я сделал на сумму 2600 и бонусами сколько еще? 1800 за весь день. Так, здесь я сделал 6850, минус 10%, здесь комиссия, 6000. В общем, заработал я 10 тысяч, да, сегодня? 10 тысяч я сегодня заработал за весь день. Да, ну, для Исыка, может быть, и неплохой заработок, что уж говорить, но это не то. Сколько я сделал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 здесь я заказов сделал. И 6 по Яндексу. Не готов, наверное, Исык еще к Яндекс.Такси. Очень маленький процент понимает, что это удобно, что это недорого. Не знаю. Думаю, что пока смысла продолжать нету, пробовать катать Яндекс, раскатывать. В сентябре сейчас, когда начнется школа, когда начнется колледжи, университеты, студенты, тогда, я думаю, можно будет попробовать еще раз, потому что в школу, со школы, там родители отправляют, возможно, будет больше заказов и, возможно, раскатаем тем самым Яндекс. Не знаю, пока вот так все печально, пока вот все как-то очень не очень. Я еще сегодня таил такую идею, когда стрелял город, я думаю, а почему бы не попробовать, что брать заказ в город, например. Потому что я посмотрел все заказы, которые приходили, они в районе 6 тысяч. Думаю, брать в город, увез в город, оттуда, например, взял попутчиков в Исык по 500 тенге, по-моему, да, по 500 тенге с человека. Попутка, то есть если 4 пассажира взять, назад 2000. И вот так вот ловить заказ в город, уезжать. Но заказы стреляли утром только. 6 заказов приходило. Все, в течение дня больше заказов в город не было. Поэтому эта идея разбилась, рухнула. Вот. Все, завтра я опять поеду в Алмату. Дальше работать, зарабатывать. Точнее. Исык пока оставим в покое. Пока Исык не готов. В общем, как-то так. Спасибо, что посмотрели. Всем всего хорошего. Пока. Удачи.